Друзья, привет! С вами я, Александр Дагадин. Мы продолжаем играть в игру One Level 3. Мы остановились на 240 уровне, мы его прошли. Помните, поэтому... вот это растение. Тут, 241 уровень. Упс, называется. Упс? Сейчас он что-то падать будет. Ой, вот это упсик. Офигеть. Упсик. Вот это упсик. Ой-ой-ой-ой. Так, значит, нам раз... Двас. Двас, трис. А как обратно, блин? Да, в принципе, легко. Ну, вообще, да, если знаю. Ничего сложного. Так, 242 уровень. Почему? Ха-ха. О! Смотри, двигаем. Ящик, что ли? А где мы? В общем, надо ящик довести до кнопочки, не коснуться шипов. Кстати, ты коснулся шипов, ничего не случилось. Да я просто не докоснулся. Коснулся, видел. Видела? Угу. Ну, уже ж не попадаться. Упс, чуть-чуть в шипы надо. Чуть-чуть надо было еще в шипы. И всего-то, ёлы-палы. Я думаю, тут сейчас выскочит кто-нибудь. 243 уровень. Почему такие острые кольки? Нифига. Ой, я разбола такое проходила. Да? Да, только здесь вместо сучек были лазеры. Так, теперь обратно, что ли? Ёпалы! Зелёнки, моталки! Зелёнка, моталка. Давай, вези нас. Далеко. Ну да, ничего сложного такого нет. Да. А почему она в этой... куда ты нас повез? Да, если нам нужно туда. 244-й, есть идеи. Есть идеи? Нет. Идеи? Ну, может быть, так. Во. Я знаю идеи. Вон там что-то есть. Да, смотри, там вон. Какой-то ракет, может, поднять его там. Может, его надо включить? Так, огонька у нас нет. Ну-ка, если мы туда прыгнем. Ты что-то как-то насмотрелся на кого-то. Да? Угу. Не. Не допрыгнем. О, так. Давайте все понажимаем. Я тоже понажимаю своими маленькими пальчиками. Ну-ка, тут что у нас? А, понятно. Тут надо смотреть рекламку. А может просто подойти к этому, к замку? Может. Нет. Подожди. Просто подходи туда. Там, где были да, вещи. Да, посмотрим. Вот тут. Нет. Нету. Пошли вон в тот угол. Тут нет. Нет, вот в этот. Может, там ничего не надо? О, ты видел? О! Идейка. Фига. Короче, просто на него надо нажать, друзья. У него есть лампочка. Мы ее вкрутили быстренько. И загорелся свет. Ура! Классно мы закрутили свет, да? Да. Кстати, вы видели во всех уровнях, что-то перестало быть этих, огней. Да, меткий стрелок называется. Меткий стрелок, что ли? Меткий стрелок. Смотри, надо, короче, собрать, я так понял. Вот эту штуку. Не, ну-ка, давай подпоставим. Да, точно. Так, слушай, а давай мы сделаем вот так вот, чтобы он нас... Ну-ка. Пониже надо опустить, надо, да? Вот так. Не хочет. Ну и что нам сделать? Сейчас. Подождите, давайте я сделаю. Давайте сделаем вот так и вот так. Давайте. Мимо пролетело. Подожди, может подойти? Нет, не можем. Ну-ка, если нам сделать... Так. Чик. Самого капец. Себя. Смотри, в общем, надо вот так сделать. Затем у нас вот так вот пойдет. Ну-ка.
Бумс. Чуть-чуть вперед. Бумс, бумс. Бумс. Наконец я вот так сделал. Ну-ка, давайте ее пониже сделаем, вот так, чтобы он в рычаг воткнул. Еще разочек. И... Ты слишком подальше сделал. Ее вот очень... Так? Очень. Нет, нормально. Я поняла, надо чуть-чуть... Ближе к шипам. Что так? Во! Во! Ну и что дальше? Ну и как нам дальше? Как нам открыть замок-то, я не пойму. Пусти нас. Пустите нас. Отпустите нас. Туда в ключик сделать, попробовать? Нет. Не может. Меткий стрелок называется. Вот давайте попробуем меткий. Вот так вот стрельнуть. Раз, раз, раз. Так, чуть повыше. А это вот так. Ну-ка. Вау, молодцы. Идите. Только в себя только. Да. Это все, бам, и все. 246-е, 3 квадратных колеса. 3 квадратных. Хотел прыгнуть, а там смотрю, что. А, не меняется походу. Да, там шипы. Ну. Прыгай. С каждым прыжком меняется. И всего-то. Такой легкий. Легкотня. 247-й. Для чего эти кнопки? А, уже такой был. По-моему, да. По-моему, да. Уже что-то было. Вот, раз, убираем. Так, так здесь мы прыгали, они убегали. Да, так. Теперь здесь надо так красиво делать. Давай здесь сделаем это вот так. Это Мишка пришел и сказал это все дело. Здесь сделаем красным. А почему не коричневым? Ща. Коричневым здесь, конечно, желтый, да? Зелененьким. А синий, папа, ты забыл синего. Не, он нам не подходит пока. А кто он подходит? Красный и зеленый? Да, пока да. Не убегай, не убегай, что ты? Да не, давай сразу. Ну что, всем тут. Ну, ой. Побежали. Видите, как-то нас плющивает. Да? Нас как-то плющит. Потому что стенки были ближе к экрану. Интересно, откроется вот у нас? Ящички остались? Да, смотри, друзья, открылось. Супер. Даже коричневый синий не понадобится. Ой. Ой, ты сейчас подвинулся, и все. Все, короче, ключик надо теперь вести аккуратно. Давай, давай, ключ. А какой медленный ключ? Поднавали газку. Вот это он сейчас это, ну, вот это он сейчас валит. Валит, давай, мама. Давай быстрее ключ, вот ты. Это уровень не делится. Мне кажется, и нас надо подтолкнуть. Сейчас посмотрим. Подтолкнешь нас? Давай.
подтолкай нас. Все, отлично. А что, если не нас не подтолкнул? 249-й, запрыгивай, прокачу. Запрыгивай, прокачу, блин. Куда? Зачем запрыгивать-то? Не пойму. Запрыгивай, прокачу. Нормальненько ты. Спасибо. Спасибо, что прокатишь. А, вон, нам надо куда-то. Как нам сесть-то? Ой, пап, ты что сделал? Ёпала. Нам надо как-то прыгнуть на него. Может, на уголке? Я поняла, надо на вот эти уголки, пока он не перевернулся. Давай посмотрим, может он... Может он сам возьмет. Как он будет? Видишь, он везет. Во! Короче, я поняла. А, нет. Я поняла, надо на уголки его встать. Нет, нет, нет. Как это вообще часть стены? Во. Все. Надо было чуть-чуть подождать. Вот эта часть стены, да? Угу. 250-й, двигай, прыгай. Двигай, прыгай? Фига себе. Ой. А вот это что? Двигай, называется. Двигай, прыгай. А, ну смотри, нам надо, короче... А, все, поняла. Все, вот сюда вот вас сдвинуть. Он сам себя не нажмет, что ли? Да не, не должен. Смотрите, зайки отличаются. Так, мы его сейчас пониже чуть опустим. Зачем? Мне кажется, он... Не, повыше надо, да? Да, походу. Смотри, как ты... Все хорошо. Мы сейчас прыгнем и бам. Я зайка, попрыгай-ка, я зайка. Я прыгаю очень большо. Вау. Блин, теперь обратно еще вести надо. Ёпалы, зеленки, зеленые. Сейчас ты прыгаешь и все, бабам. Да, да, и в шипы надо так сделать нам. Бабам и в шипыхи. В шипыхи, в шипыхи, в шипыхи. Отлично. Отлично, сделал повыше. Побежали. Друзья, ну в общем прошли мы 250 уровень. На этом мы заканчиваем свое видео. Поставьте лайк, подпишитесь на наш канал. Ящик, ящик. И оставляйте нам комментарии. Не забываем делиться этим видео со своими друзьями. Друзья, до скорых встреч. Пока.